Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Sony Xperia 10 Mark III. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве добавить фотографию к контакту. Открываем приложение «Телефон», закрываем клавиатуру, открываем «Контакты», выбираем контакт, у которого мы хотим изменить обои, после чего нажимаем «Изменить контакт». Нажимаем на миниатюрку контакта и нажимаем «Удалить фото», после чего нажимаем «Сохранить». Затем нажимаем опять «Изменить контакт», «Добавить фотографию». И теперь выбираем либо из галереи, выбираем, либо сфотографируем и прямо сейчас добавим фотографию. Давайте сделаю фотографию прямо сейчас. Делаю фотку цветочка. Цветочек сфоткан. Нажимаю «Сохранить копию», «Сохранить». Все, фотография контакта была успешно изменена. Если она не изменилась здесь на миниатюре, значит, что мы делаем? Берем, перезагружаем приложение «Контакты». Видим, что теперь все поменялось. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания!